Врач-офтальмолог, рефракционный и лазерный хирург офтальмологической клиники «Прозрение» Ирина Ярыкалова приняла участие в научно-практической конференции «Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии». В офтальмологическом форуме приняло участие более 1000 человек из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Активно обсуждались вопросы хирургических подходов к лечению осложненной хирургии катаракты у детей и взрослых, новые технологии в лазерной керадорефракционной хирургии.